знаменательное событие. В городе Нальчинске открылся штаб кандидата в президенты Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича. Адрес штаба: улица Победа, 3А. Вот время работы, телефоны, Грудинин, время работы. Приходите, звоните. Нам нужны очень много желающих, кто хотел бы помочь поменять свою жизнь к лучшему, помочь Павлу Николаевичу Грудинину стать президентом. То есть приходите, нам нужны наблюдатели, члены комиссии с совещательным голосом всех граждан города Дальнереченска. Прошу быть более активными. Подходите, от каждого нужна любая помощь. Спасибо. Так что у нас открытый штаб. Приходите. Нужна помощь, именно человеческая помощь. Нужны наблюдатели. Обязательно нам нужны наблюдатели. И чем больше, тем лучше. Для того, чтобы власть не смогла сфальсифицировать выборы. И на очередной срок, еще нам на 6 лет, не поставила Путина. Звоните, приходите. Найти нас очень просто. ЖД вокзал, автовокзал. Памятник нашим героям. Грудинин. Красный флаг. Штаб Павла Николаевича. Дорогие друзья, это наш штаб. Штаб Павла Николаевича Грудинина. Это наша местная ячейка Дальнереченская КПРФ. Так что коммунисты живы и будут жить. Ячейка поднимается. Поэтому всех, кто против воровской власти Путина, против чиновников наших местных, против тех, кто ворует казну и так далее, приходите, подключайтесь. Нам нужна любая ваша помощь. Еще раз напомню, особенно наблюдатели в комиссии. Нам нужны люди, которые готовы сделать так, чтобы выборы у нас были честные. Иначе, если мы будем все дома сидеть, у нас еще на 6 лет останется Путин. Еще 6 лет мы будем стагнировать и умирать. Если вообще мы доживем эти 6 лет. Спасибо. Еще раз. Адрес: улица Победы, 3А. Приходите, нам нужна любая ваша помощь. Чем сможете, помогите. Помогите не только Павлу Николаевичу Грудинину, помогите себе, чтобы вы стали жить достойными людьми, самообеспеченными, достаточными, достойными людьми. Спасибо.